Привет, зритель. У меня сегодня день готовки, я не могла не удержаться, не записать это. Я даже залью это сегодня раньше, чем смонтирую ролик со звона. Он вообще с 12 марта ждет меня. А тут у меня оно будет отдельным роликом. И вот я как бы просто покажу, тут у меня молоко сгущенное делается. И ролик ему посвящен. Тут у меня смузи, банан, яблоко, вода. Мука овсяная, ну вообще овсяные хлопья изначально были, и сахар, который тоже стал потом сахарной пудрой. Оказывается, вот в этой штуке можно делать сахарную пудру. Я одну ее не рискнула, один сахар сыпать, я овсянку засыпала. Короче, у меня была овсянка обычная какая-то, 400 грамм в магните продается. Я второй противень доделался. Думаю, чайник уже выключить. У меня картошка варилась, наполовину садовая. Ну, в смысле, у меня несколько картошинок было мной купленное. И, в общем, там у меня щи с томатной пастой вместо помидорок. И гора посуды для тех, кто ее боится. Я сегодня гору посуды вымыла, и у меня еще одна накопилась. И, короче, в общем, я сейчас с телефона покажу. У меня есть бумажечка, раньше была мука овсяная. Я по ней делала печенье, делала еще как-то это печенье. И, в общем... Наставила, у меня есть файлик с Юки Юна. Это аниме такой, герой Юки Юна. Есть еще такая Юна, только имя одинаковое в Магирека. Короче, вот сам рецепт. Печенье называется Анзак. Рецепт месяца. Это, по-моему, или гарниц, или не гарниц. На упаковках обычно у них пишутся рецептики. Я их как бы собираю. Есть у меня еще пара рецептов, которые я вырезала. Вряд ли буду делать, но просто, чтобы были, может, когда-нибудь с кем-нибудь там вдохновлюсь. Приедет ко мне, допустим, в гости моя подружка Женька, и мы решим вдохновиться, или я к ней пойду. Так, вот рецепт, и тут как бы сливочное масло, но многие знают, что я обычно его заменяю на растительное, делала с кокосовым маслом. В этот раз у меня виноградное масло было. Сейчас я его даже покажу. Я сначала думала кунжутное добавить, но оно как бы не рафинированное, там, ну, может, на 100 мл-то хватило бы, но я решила, что кунжутное все-таки оставлю, у меня кунжут еще есть, может, халву сделаю и так куда-нибудь. Кунжутным я и салат заправляла, и на день рождения как раз заправляла салат, у меня подруга с своим мужем были на следующий день, ну, вроде как нормально было, другая подруга не восприняла, потому что там капуста, оказывается, некоторые люди думают, что капусту в салате едят только... Веганы. Они веганы не едят. Короче, вот такая вот фирма. Сазон. Я вот как раз этот ролик, по-моему, еще, наверное, или я его уже монтировала и выкладывала, или это... Я честно не помню, с какого заказа был. В общем, хорошее очень масло. Довольно бюджетно стоит. Просто я, допустим, виноградное масло по этой же цене пол-литра другой какой-то фирмы видела, или, может быть, даже этой фирмы у нас в Ашане. Ну, и, в общем, в два раза дороже вышло бы. Такой же точно фирмы, только арахисовое, не рафинированное, я еще его не открывала. Вообще, может, кто-нибудь ужаснется. Но там у меня завал этих масел, у меня там... нерафинированное подсолнечное, потом льняное нерафинированное. Я его периодически покупаю за стаканом с блендером, вот этим погружным, подарок от Лены Минск, тире Москва, от подписчицы на день рождения, который подарок был. Там как раз вот это масло кунжутное, там он в глубине масленка или как-то, ну, масленечка такая в ней, по-моему, оливковая с... подсолнечным, это Альтера стоит, немножко осталось, я им периодически пользуюсь. И рядом стоит маленький такой спрей, это мне мамина подруга подарила, ей кто-то привез с Греции, там олива и лимон. Ну вот у меня там шоколад мой. Все мои шоколадные конфеты, которые я делала из какао-бобов и какао-порошка, я вместе скрестила и залила вон туда. Там лук всякий. Ну, короче, вот суть такая, что, кстати, крышка от медленноварки, скоро она туда через полтора часа засунется. Я решила, что лучше не... Ну, думала, может, арахисовое масло открыть. Решила, что все-таки лучше сделать на виноградном. И что у меня вышло? Я подумала, что-то не врубилась в пропорции, что типа как бы масло тут рассчитано все-таки и на кокосовую стружку, и на сахар, и на овсяную муку.
Я сейчас высморчусь тут фоном. Нос согрелся. Я сегодня погуляла буквально минут 35, но что-то так холодно было в сравнении со вчерашними. Вот на велике вчера я так забыла, что на спортивном велике можно ездить со скоростями, которые очень даже легко. Доехала за 45 минут в другой конец города. Ну, где-то примерно те же 10 километров, если считать не по прямой, а именно вот так, как я ехала, как если бы я в Идре ездила. Коту покупала еду и себе там что-то, миндаль. Ну, и не еду тоже. Так, слегка подзакупилась, как мне мамина, опять же, подруга сказала, покупай побольше, вдруг чего. И вот сегодня я гуляла, оказалось, что сегодня ветер более холодный, хоть не такой сильный, как вчера. Вчера вообще такой какой-то ураганчик был, я что думала, ехала на велике, думала, не сдуло бы меня вместе с этим великом. В общем, я замутила, я вот как уже говорила, здесь я измельчила сначала овсяную муку, овсянку 400 грамм, по-моему, там 12 с чем-то стоит. Ну, какие-то, короче, совсем бюджетные, может, какие копейки, образно выражаясь. Обычная овсянка, Геркулес, по-моему, называется, 12 с чем-то или около 20 стоит. 400 грамм в магните, вот где-то там на нижних полках продается. Вот я второй раз покупала. Первый раз у меня она просрочилась. Срок годности у нее, по-моему, там вообще 4 месяца почему-то, но она не горчила. И я ее смолола, что-то с ней сделала, у меня немножко ее еще осталось, и в итоге я ее смешала с сегодняшней. В общем, засыпала все 400 грамм, потом подумала, вдруг это много, вдруг оно не собьется. И оно внезапно вполне себе взбилось, и моя подруга, у которой была неделю назад, как раз успела до этого первого карантина с ней пообщаться вживую, она, оказывается, знает, что можно овсянку, у нее похоже только декспавский, ну, там две скорости, тут пять. Блендер стационарный, она вот овсянку делает в стационарном блендере, молит ее в муку как раз. Тоже делает внезапно смузи. В общем, вот это вот у меня вся тут мука, плюс немножко еще вот было той, которая оставалась, я смолола. И подумала, может быть, сахар сюда засунуть и тоже смолоть. А отсыпала, в общем... Пересыпала муку в пакет и отсыпала именно вот сколько нужно было, стакан муки, то бишь 150 грамм. И добавила сахара 100 грамм. И все это взбила. Ну, измельчила. Не знаю, как правильно сказать. Я так страдала, что у меня этот измельчитель сдох. Ну, там можно, конечно, починить, наверное, и разобрать. А потом когда-нибудь разберу эту штуку. Я даже представляю, что именно там надо заменить или как-то сделать. Но в итоге я прониклась, что вот это можно... использовать вообще универсальное средство не только для смузи, но и измельчение. Конечно, он вряд ли сделает то, что... Ну, как бы не очень удобно измельчать овощи на тот же салат. Но выскребать их можно, их ножичком порезать. Короче, я, в общем, измельчила. Потом пересыпала в миску. Она у меня сейчас тут отмокает. Налила сюда масло, перемешала и понимаю, что у меня не получается тесто, как должно быть консистенции, что оно не рассыпчатое, такое вот жижа-жижей. Я пошла за стружечкой кокосика. У меня там складик такой кокосовой стружки, куча всего на балконе. Ну, я тут записала. Сначала думала, в кукпет залить, но что-то у меня кукпет в последнее время глючноватый, и быстрее было сделать вот в этих записнушках 40 грамм кокосовой стружки. Ну, тут как бы у меня было эти записки, или как их называют, приложение записочков на предыдущем телефоне. Какие буйные соседи, как громко они орут. Ой. Их даже не стремает то, что кто-то тут с камерой, стопудово видно в этом окно, что-то снимает. Зачем так орать? Сюда перейду. Мне просто вот как-то это, нафиг их вопли по духам. Короче, на, вот именно в таком приложении всегда записывать, чтобы сохранилась запись, надо обязательно заголовок делать. В общем, у меня 40 грамм, у меня пакетик был 40 грамм, стружки кокосовой, каждый день ашановская, но мне вполне себе нравится, недорогая и, в принципе, качественная. Ну, я добавила этой стружки. Я понимаю, что 40 грамм еще мало, а там 75 грамм, как я тут уже показывала, да? Ну, я достала еще пакетик стружки, у меня другой фирмы, 20 грамм.
Арита стала еще кунжутика. И в итоге думаю, ну вот тут 100 мл виноградного рафинированного масла. Опять потухло. 100 грамм сахара смолола в пудру вместе с уже смолотой овсянкой и мукой. 150 грамм, ну, я думаю, из камеры это, в принципе, это увидеть, это еще вслух прочитала. 3 столовые ложки с горкой смеси муки, яблока и фундука. Это я потом положила. Ну, вообще, на самом деле, это десертная ложка была. Но десертная ложка, я думаю, не настолько отличается от... Я еще даже покажу. Вот столовая обычная, да? Это вообще из набора дедушки с бабушкой дарили. На заводе, что ли, дедушки когда-то там. Но уже это не полный набор, потому что бывают люди, у которых длинные руки. Но их уже нет в моей жизни, по крайней мере. Как бы они есть, но нет. И вот эта вот десертная ложка. Я думаю, что, в принципе, она не особо отличается как бы от столовой, потому что по горке одинаково было. И вот я, есть у меня смесь такая, не знаю, говорила на канале или только в Инстаграм скидывала. Я молола как-то сушеное яблоко в муку. И добавила еще фундук, который я раньше смалывала в муку в этом же товарище. И смешала. Местами оно утрамбовалось, похоже вот на такую как бы халву или что-то в этом роде. Ну, интересная такая смесь, иногда я с чаем хомячу. И мне оно как бы... Все равно еще не той консистенции нужной. Я добавила еще белого кунжута с горкой. Почему белого? У меня еще есть немножко черного. Я посыпаю иногда салаты. Вкус у него специфический, такой совершенно не похож на белый. Ну и вот добавила, и вроде как по консистенции тесто оно стало похожее на то, что надо. И первую-то как бы я... То, что у меня вот здесь вот лежит, я на 180-10 минут как и надо делала. Но у нее жопка как бы немножко припеклась. Сама суть, почему я решила это заснять. Я фоткала, но что-то свет вроде яркий, но товарищ у меня как-то не хотел фокусироваться. И вторую я решила, что вот уже где-то на 10 минут, где-то 3 минуты прошло, я поставила на 170. Потом думала переставить наверх только. У меня тут, может, как 2 подноса, там одна печенька оставалась. И оставила, уже что-то так отвлеклась, я забыла, поставила просто вот как было вверх плюс низ, но на 170 градусов. Я что хочу сказать, оно, во-первых, такое бархатное. У меня таким бархатным бывает печенье, только если туда добавляете полуобезжиренную соевую муку. Я делала как-то печенье с подружкой также, с той же Женькой, в каком-то там году. И, может быть, год назад. Я сама что-то делала. Но тут оно вышло тоже такое, слегка как бы бархатное. С другой стороны, как бы крошится, и у меня тесто получилось, как у песочного печенья. Это я ее тут схомячила. И у нее что сбоку откушенное, что сверху, как бы незаметно. Это оно. Вот такое вот печенье. Внезапно. Если у вас вдруг будет желание что-то сготовить, то вот для примера. Я потом в инфобоксе скину информашку, что как закидывала. И вообще я это печенье собиралась сделать месяц, как, наверное, уже. Думала, надо сделать. Ну, ладно, как-нибудь потом. И последние дня 4, вот, ну, ладно, ну, завтра сделаю, ну, завтра сделаю. Думаю, понимаешь, что я как бы уже много раз это завтра сделаю. У меня еще другие дела есть. И что-то раз думаю, день готовки, голова болит. Особо ничего другое делать не хочется, не может. И я тут зависла. Думаю, надо, наверное, его сделать. Сейчас мы посмотрим, что у меня тут вышло. Одной рукой-то неудобно вот это доставать. Да, вот это удобно, а решетку надо двумя. У меня такая печененька. Еще сюда его поставлю. Но менее зажарилась жопки. Еще горячая, кстати. Я когда доставала, и первая она так поднялась, я думаю, блин, так разломишь, а внутри сыра. А оно все вполне себе пропеклось. И, кстати, вкус, вот, ну, там как бы сахар, да. А сушеные яблоки, они дают такую кислинку. Какие-то там были сладкие яблоки, по большей части кислые яблоки. И, в общем, между такой сладостью и кислинкой очень интересное получилось печенье и по вкусу и вообще. Так что, если вы смотрели весь ролик от начала до конца,
вдохновились и хотите что-то такое изобразить, то я не буду озвучивать, что я сказала. Флаг вам в руки, я скажу. Практически примерно то же, что я подумала. Ну и если у вас есть сушеные яблоки, вы не знаете, куда их девать, то теперь знаете. Я сейчас даже вам покажу. Тут я делаю желе, у меня просто получилось в очередной раз вот это засахаренное варенье на этих шишек сосновых. У меня получилось в очередной раз, что варенье там было, по-моему, или смородиновое желе черной смородины, или смородина протертая, или просто варенье, уж точно не помню, но оно забродило. И пришлось переваривать. А потом еще у меня было варенье, которое как бы уже до этого переваривалось. Оно не бродило, но просто я подумала, что надо бы сделать с пакетиком агара, у которого срок годности собирался закончиться, желешку. Желе там или мармеладик. Но получилось жидкости в итоге чуть больше, чем рассчитан пакетик на 500 мл жидкости. И оно сначала было жидкое, так расстроилось, а потом оно загустело. И вот я разлила это по контейнерам, которых раньше делала кефир, но вот уже где-то неделю с лишним не делаю кефир. Хотя я делала на бактериях бифидум бактерин, в инсту скидывала, и очень даже нормальный кефир получился. Я там даже кто-то в комментах из подписчиков взял на заметку внезапно. В общем, я контейнер, это, кстати, контейнер с синей крышкой, это от Кукпеда, когда там еще марафон проходил. Был у них недавно марафон, закончился, но там как-то не вдохновилась я их призами. И вот сейчас я покажу вам эту смесь фундука и яблока. Я еще думала, куда-нибудь добавить, можно ли это запечь. Или вместе запечь, или добавить, допустим, кунжутного того же масла и сделать там какую-нибудь массу, утрамбовать, как халву или что-то такое. Но вот как-то все оно осталось. Оно периодически как бы утрясается, утрамбовывается само, и попадаются такие вот уже кусочки скатанные. Кружочки, не кружочки. И там уже и яблоко, и фундук все вместе. Ну а фундук у меня как раз вот, если измолоть его именно чуть больше, чем нужно, то он выделять начинает масло фундучное уже лесного ореха. И как бы своего рода масса ореховая получается. Практически урбеч. Тут он урбеч с яблоком. Правда, такой вот нежидкий. Вот он. Я чем-нибудь его тут ставить куда-нибудь надо. Ложечкой просто как бы подцеплю. Где-то вот крепкое скаталось. Я думаю, потом может какую-нибудь форму утрамбовать, посмотреть, что будет. Сахар, конечно, японский не получится, как мне Никита присылал, но, кстати, хочу и сахар попробовать как-нибудь сделать. В общем, само по себе вкусно, и, кстати, ну, много, особо много не съешь. Но с чаем вот так поесть, вот, ну, как бы, от безысходности. Потому что я вообще заметила за собой, вчера ничего сладкого не купила. Я вообще как-то в магазины, когда хожу, в последнее время ничего сладкого себе не беру. Какая-то то ли, ну, в каком-то плане, можно сказать, хозяйственная, но хозяйственная же все равно сладкое покупают к чаю. Что-то у меня как-то все сурово. У меня вот тут эта фасолевая паста задубевшая, засахарившаяся. Я ее периодически ложкой дергаю. У меня из покупного только сахар, рафинад и что еще? И несколько там карамелек. Я где-то их покупала еще до того, как отправила посылку приятелю в Японии. Но вот посылка застряла где-то непонятно где. Вот я же писала на сайт Почты России 2 раза и в контактовую группу, и на сам сайт, в приложение. И мне предложили уже писать заявление на розыск посылки. Вот завтра займусь. Потому что чек надо сканировать, вспоминать пароль от госуслуг. В общем, вот такое печенье. По сути-то, в принципе, я хотела именно печенье обозреть. Сейчас вот оно остыло. Вот если рукой шарахать, то оно как бы крошится.
Но уже не так разваливается, как когда я только его достала из печки. Кстати, оно, правда, еще горячее. Вот. Но не такое поджаристое, как бы не такое запеченное, более бледное. Если на 170 градусов сделать. Ну и как бы здесь не пропеклось. Ну, в смысле пропеклось, но именно вот не темное. Практически однородного цвета оно. Я думаю, еще из-за того, что снизу у меня стоял противень. Я подумала, что можно сесть на два стула одновременно, чтобы не за одного только печенюшки не включать духовку еще раз. И я вообще планировала прогуляться, но родственники сказали, что там очень холодно стало. Ну и темно уже. Был бы снег, было бы светлее. Так что в итоге, если хотите прогуляться, выйдите на балкон застекленный, там чуть потеплее, чем на улице. Вот такое вот печенье. Я думаю, запатентовать рецепт печенья имени Лёльки, шутка. Ну, печенье имени меня. Совершенно случайное. Всем спасибо за просмотр и всем пока!